Тему о судьбе ООО МТК «Восточный» и ярмарки на Крепостной поднял заместитель атамана Анапского городского казачьего общества Дмитрий Титаренко на приеме у депутата Госдумы Ивана Демченко. Сегодня на встрече с исполняющим обязанности главы города-курорта атаман Анапского городского казачьего общества Сергей Бурлуцкий сказал, что его подчиненный не был уполномочен решать эти вопросы и сделал это самовольно. Вопрос о торговом комплексе «Восточный» собравшиеся обсудили первым. Над территорией проходят высоковольтные линии электропередач. Это небезопасно для работников комплекса и многочисленных посетителей. Сергей Бурлуцкий сказал, что для переноса ЛЭП подготовлены документы и пройдено согласование. Ситуацию по ярмарке на Крепостной прокомментировала заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Она отметила, что большая часть расположенных на территории ярмарки строений является самовольной. Кроме того, земельный участок не оформлен в соответствии с действующим законодательством. Бюджет города-курорта ежегодно теряет значительную сумму в виде невыплаченных налогов. Эти факты стали поводом для обращения в суд. Выслушав и своих подчиненных, и инициативную группу, исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков предложил, для объективного рассмотрения будет создана специальная комиссия. Подняты все документы от момента появления так называемого казачьего рынка. После проработки вопроса стороны соберутся тем же составом для поиска оптимального решения.